В Алдане появится горнолыжный спуск. Он расположится на территории Центра зимних видов спорта. Сейчас ведутся земляные работы. Спуск постепенно приобретает очертания. Тяжелый бульдозер медленно, но уверенно продвигается по крутому склону. На первый взгляд кажется, что машина просто разгребает снег и грунт. Но нет, идет планировка будущего горнолыжного спуска. Работа нестандартная для карьерной техники. Да, есть отличие в том, что здесь большие склоны, спуски, мерзлая земля. Как вы взбираетесь потом на этот склон? Ну, приходится рыхлить себе, заготавливать почву, чтобы можно было по ней подняться. Инициаторами возведения объекта выступили менеджеры Алданского центра зимних видов спорта. Основная идея – создать массовость и привлечь к горнолыжному спорту людей разного возраста. Поэтому параметры спуска будут щадящими. Протяженность спуска будет около 700, чуть может быть больше метров. Ширина 80 метров. И уклон будет, так скажем, средней величины в зеленом цвете. То есть их распределенные подразделения есть зеленый, синий, красный и черный. По плану организаторов обкатать новую трассу можно будет через год, но при условии, что стадии проекта не будут затянуты. Сейчас у нас помогает партнер наш ПАО «Селегдар» в планировке спуска. В дальнейшем мы планируем работать уже с администрацией района, то есть которые тоже заинтересованы. И мы уже проводили совещания, привозили специалиста по склонам. И сейчас идет работа, так скажем, бумажная. Во многом сроки строительства спортивного объекта с необходимой инфраструктурой будут зависеть от наличия и количества инвесторов. А сам объект, безусловно, привлечет массу людей, любящих экстремальный спорт. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Алдан.